Все, тут пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Идем только молча за руку. Портите сразу к этому. Так, кого вот нет еще? Танкуйте. Хоть бы даггер выпал. Мастер, уже все, бычий голову пришел. Ну ты заебал. Я ж ты сказал аж. Я ж сказал, что я пришел курить. А, я слышу. Да пришел бычий голову. Тести, мастер. Да блять, я там офнулся в рейде, нахуй. Да похуй. Пошли. Напиши. Скажешь, нет, пропал. Морфисы. Там он и к десятку еще добирает, а танк нужен. Как раз и туда и шел. Тёма, мы так матно копыта били. Просто жесть. Много сидели? Не, с третьего или второго трая, да. Мы, короче, зергали все это. Мобы только появлялись. О, Ешка их сразу зергали. Единственное, в конце на двух лямах прослакали с черепом. И, короче, сразу фул в босса начали вливать, что. Я после ну, того, понял, как мы валили. Я не понял, почему мы раньше... Почему на медведя кидалось это? У нас не было, видать, такое... Ну, мы раньше убивали по другой тактике. Видишь, сейчас ДПС с головой хватает. То есть раньше, когда мы ходили, у нас не было такого ДПС, чтобы добивать. Ну, убивать так не было. А сейчас... Турбо, царь, он шаман, цепнуха, еще один шипачник был. Ну, там, короче, жесть. Ты на себя агрил этих мобов, я так же самое лучше кидал. То есть по рейду они не бьют. Особенно если Алиса туда пойдет, то вообще там их надо сливать, походу. Да. Там тогда в одного танка можно походить. А, нет, два. Подумать. Через низ. Алло, вы куда? Куда пошли? Это ж мне теперь надо билд менять.
А через что сейчас поиграть? Билд немного надо менять, у меня кровотечение не вкачано. А, оно нужно, да, сейчас поиграть? Да. А вы чё, не убили кого-то? Чё за... Вы, блядь, не убили. Мороза. Скипали. Молодцы. Для открытия этого нужен мороз. Ну, я, честно, забыл про это. Мы так подумали, но... Разбиваемся, заходим в данж. Я еще говорил, что мороз типа на оперу нужен. Уверенно так говорил. Мороз нужен для девы. Ну и деву, наверное, скипнули или нет? Нет, деву мы убивали. Мороза мы только оставили, Тём. Морозы, опера и Молчазар. Мы всех убили, деву там тоже. О, ебать. Один хоть? Кто? Ну, честно, не знал, ребятки. Думал, что для оперы. Чё, трэш разве? О. Ой, я на пол, дайте. О. Ты чё? Я перевел. Я забыл прожаться, сорян. Куда прожиматься? Блин, они огнем зарыгают. Да не зарыгают, нормально. Плюс контроль хила возьмут, и торба точно. Ну, блять, ладно, пол. Хотя бы половину агри. Окей. Дай резонс отхилить. Чуть дальше вставай. Вылетайте наверх. Только правых не агр. Идите наверх. А, не, у меня белка, она ничего не жрёт. Стой на месте, не бегай.
Саня. Мобов доливаем в окно. Тактику на морозы все знают. Нет. Вышли. Тема. Вышел. Ну, пока этот не умрет, не дойдет у человека. Вышли, чё зашли? Я перекинул. Ну что там по тактике? Жди, пока я босса скину. Выходим.
Так, соответственно, у босса две фазы. Дальше. На первой фазе мы должны слить этих трех мобов. Соответственно, сливаем трех мобов, четвертого не трогаем, идем играть в босс. Далее. С правой стороны, где вот сейчас я бегаю. Вот отсюда. До сюда. Соответственно, с левой также. Появляются столбы света. В этих столбах света есть три моба. Они не агрятся и этот. Ничего. Эти столбы называют танцами. Если вы не будете в них заходить, соответственно, протанцовывать, то есть на зайти, встать точно в этот столб, прождать, пока как пройдет каст, только тогда выходить. Если не будете это делать, соответственно, будет кидаться по рейду сало. То есть это не прохил и тому подобное. Тому, кто бегать, это будет император, турбо, царь и давай, Димка, ты побегаешь. То есть турбо будет первым, царь вторым, император Шамп третьим, а Касуки четвертым. Соответственно, после того, как протанцевали, вот это, где я сейчас прыгаю со звездой, это центральный стол, соответственно, маленький справа. Как вы смотрите сейчас на босса, право это право, слева это лево. То есть дальний правый маленький слой, дальний левый маленький. Соответственно, буду сокращать это. Дальний левый, дальний правый, центральный. Будет появляться кабан, рыба и пудинг. Кабан прибавляет вам проценты к дамагу. Дальше рыба регенит ману. Пудинг жестко подамаживает. Далее, что вам надо сделать? Вы протанцевали и видите кабан, ешьте кабана. Не видите кабана, видите рыбу, едите рыбу. Если нету ни рыбы, ни кабана, то есть надо озвучить ребята в чат или в дис, что вы едите пудинг. Для чего мы это делаем? Едим рыбу. Босс настакивает на себе и на этих четырех мобов дебаф, на уменьшение дамага по ним. На 10% за один стак. Соответственно, 10 стаков минус дамага по боссу. Соответственно, надо после этого есть еду. Еда снимает один стак. Соответственно, хилы. Если будет много, то есть рыбы там, ну, я это проанонс, соответственно, съедите с центрального стола рыбу или... Да, рыбу. Соответственно, мы сойдем, если что, рыбу на проюзе. По первой фазе тактика это все. Соответственно, очередность не... Турбо, царь, император Шам, Акасу. Далее, соответственно, когда мы убьем моб, фаза вторая начинается. Да, пропадут атаки. Там уже надо просто, если не долили моба, доливаем моба, играем в босса, даем геру, убиваем босса. Соответственно, босс будет вешать два дебафа, но танки знают, что делать, это я и войд. Нам надо, меняться. Он будет вешать рваную рану и калечащую пол. Если будет два стака на танке или на любом другом человеке, это 100% шок. Не спасает ни ревостный защитник, ни какая-то хуйня. Спасет только бабл, и то в нужный момент, если ты его прожмешь. Далее, босс будет на второй фазе исчезать и прыгать всем за спину. Последним трем он вешает кровотечение. Это кровотечение вешает, калечащий удар, или, короче, не помню как. Горота. Соответственно, исходящий хил от этого человека на 33% уменьшен. Чек на готовность. А столб света нужно просто зайти или еще макрос на танец сделать? Столб. Просто заходишь, ждешь каст. Потом идешь рыбу. Все готовы? Чет на пол. Ой, ты четверых поддержишь, я босса? Да. Или наоборот? Без разницы, не знаю. Давай я босса. Хорошо. Лились, блять, продиспельте. По черепу играем. Диспел. Слева. Танц слева.
Рыба на дальнем правом. Бля. Брал. По кресту. Танц слева. Царь побежал. Рыба на центральном. Танц слева. Быстрее. Кабан дальний правый. Дисплей. На центре кабан. На центре кабан. Танц справа. По луне играем. Танц справа. Пять стаков. Шесть. Кабан дальний правый. Справа. Справа танц царь. Воет рыбу сожри на своем. Кабан на центральном. Так. Все, босса подводи. Играем по боссу. Танц справа. Блять, каст не прошел, что ли? Зайди. Пошевелись. Танцев. Пошевелись. Закрой танц. Все, нормально. Следующий закрой. Кушайте рыбу, там шмель. Сейчас должна быть фаза через 10 секунд. Ребят, закройте танцы. Все отлично. Сейчас вторая фаза будет. Вторая фаза началась. Бьем босса, Геру дали. Играй. Ребят, на половину хп он еще кидает дротики. Точнее, на фул хп. Прикольно с обдумом. Прыгать начал. Даю прожимку. Выбирай. ТПшимся. На ком городе умираете? Да не надо. Вверху.
просто ТП-шить. Нас падет. Где ты умник? Дойдешь? Давай аккуратней. Ты не один такой. Чинитесь, коммунал. Ну ты все поставил. Реки закупаются. Живса поставлю наверху. А тут нету дикого шиполиста, получается, у этого моба. Странно. Это пиздец, товарищ. Чё? Оказывается, он увеличивает на всё длительность. То есть, блять, мощный удар у меня прок 14 секунд. И прок от Т4 у меня почти по КД висит, по той причине, что он на 16 секунд вешается. Ну и чё, заебись? Так заебись, ну. Так что, ты уже 20-ку даёшь? Ага, блин. 900-ку нахуй надо привыкнуть, блять. Так.
Раз, два, три, четыре, пять. Да, сука ты, Айн. Меточки расставлю, тактику объясню, убиваем. Интересно просто, как он на шем пахать будет. Ты чё, в среду будешь? Угу. Да, ты мне не будет. Ну, завтра Лука, наверное, пойдем. Я не знаю, мне кажется, если три босса убьем в Луке, можно будет Келли потравить. Вроде не сложно. Можно уже Вайши эти травить. Да, а скрытни не обязательно убивать? Нет, не обязательно. Ну, вот можно тогда продолжить, либо Синдру убить. Ну, как, ну, куча вариантов. Да, так, сейчас, погоди. Дальше, ребят. Печеньку настанет. Настанет. Бычья голова. Випка, ты станешь в... давай, в ромбик. Императорша в квадрат. Турбо, твои трусы. И царь, твоя звезда. Далее, роги. Один рога. Кто больше даст ДПС? Там Морфис, там роги. Морфис. Стоишь под жопой босса, никуда не отбегаешь. Поджался под жопу босса. Нет, на максимальном фрейме ты белыми атаками достаешь, соответственно, бьешь босса. Остальные оба роги. Дима, ты убегаешь налево. То есть вот сейчас как смотрите. Убегаешь налево, то есть от босса. Чупакабра, ты убегаешь вправо. Соответственно, ребята, тут вот в луне будет стоять танк. То есть тебе чупакабра надо между боссом и между танком отойти на рейндж 10. Далее, танки меняются на 7 стаках, вот сам знаешь. Дальше, по тактике. У босса две фазы. Первая фаза идет до 40% ответственности. Босс кастует постоянно кольцо мрака. Для этого вы стоите в рейнже, то есть в ДД хиловых метках, в милишнике отбегаете. Если вы будете близко к какому-нибудь человеку, то есть от человека вам прилетит 20к, и от себя прилетит 20к. Плюс по 10к от этого какого. От каждого, ну, то есть от своего кольца мрака. Надо набрать рейндж. Дальше. Будет проклятие истощения. У нас есть два диспельщика. Это випка или турбо. Вам надо продиспелить. Главное, диспелить вам хилов. Дальше продиспелить милишников. Потом только РДД. Иначе у вас исходящий там. Главное, этот, бычью голову продиспельте. Випка, продиспелишь себя первым, турбо, продиспель бычью голову. Там уже продиспель. Далее, соответственно, после 80%, где-то 70%, нет, после 80% босс будет давать пожирающее пламя. Для этого нужен ДЦшник. Соответственно, я буду прожимку. Мы пропьем еще сопрос. Вы будете без сосредоточения, соответственно, за этим. Я поставлю от огня, иначе мы просто сдохнем. Дальше, когда мы босса доводим до 40%, начинается вторая фаза, мы будем прыгать по мирам. Далее. Так, пойдем. Раз.
Первое. Врата пустоты, огненные просторы. Там вы идете в той колонне, где подведет босс звезда, или, короче, в той колонне, которая подведет звезда. Должны упереться в колонну, килл ее, соответственно, подходите в толпу. Босс будет откидывать танка. Соответственно, милишники, вы можете бегать за боссом, перед лицом босса никто не стоит. Дальше. Вторые врата. Каждая врата это 10%. То есть на 30% хп босс принесет нас врата пустоты, ледяная пустошь. Соответственно, там особенности. Босс будет кастовать шипы. То есть набираем рейнджу, вкатываем чуть-чуть бусты, доводим до 21%. Дальше чуть-чуть ждем, пока откатит триньки, хуиньки и тому подобное. Доводим до 20%, переносимся в врата пустоты черный лес. Здесь... Я или там Войд подведем дереву, даем на этой фазе Геру, только на вратах пустоты черный лес. Там босс будет кастовать на рандомного человека в рейде. Танк, хил, ДДР, ДД, вообще без разницы. Он берет его в цель и кастует на него каст. Анонсить я это постараюсь, соответственно, анонс, как вам, что надо будет делать. Когда мы... поставим босса, все стоят под жопой босса. Соответственно, дальше каст, ник я назвал, каст, если видите, что у вас цели каст. Так. Зов мертвых. Соответственно, вам надо отбежать как дальше, как можно дальше от рейда. Потому что иначе вас возьмет контроль, точнее, вас возьмет контроль, и с вас появится 5 скелетов. В этот момент все играют чисто в. Далее. Доводим до 10% хп, она стоит обратно сюда. Встаем также по местам, добиваем босс. На пулы. Ой, первый будешь? Да, давай. На пулы Войда. Так, сейчас ставлю этот. Вот он. Выдали. Мы подошли к звезде, взяли сопротивление. Быстренько. Давай, давай, давайте. Быстрее сопроты получаем, босс под сопротом бьет. А вы вчера целка обычку сколько принесли? 25-ку. Да ладно. Вальку не убили. Да просто уже реально устали люди, потому что там пиздец. Быстрее сопроты получаем. Ты релил мастер, да? Нет, Зоил. Я был полуэрелом, плюс турбоэрелом. Немного. Еще. У остальных все сопроты есть? Еще кому сопрот? Мин, кидаем быстрее. Пили сопрота. Чек на готовность. Отчет на пол. Дали поставить. На пол дали. Пойду. Все нормально. Рэнджу набираем ноги. Забываем. Бегать. Блять, истощение спалить. Войда прохил. Хок. Пять. Прожми дубу. Че нахуй тебя шут.
7 забираю. Собрал, отходи. Нажимку. Лучше голова по всем щиты. На этих, на големов не отвлекаемся. Прохил. У меня ревос не прокнул, блядь. По-моему, близко стоит к тебе рога. Вставай. Только нужно сразу щит тоже подо мной, похоже. После кольца мрака встанешь. Вставай. Пробафали, прохилили, быстро. Собрал. Сходи. Войса прохил. Чуть-чуть отойди от босса. Отлично, 2%. Сколько у тебя там? Блять, где там он? Блять, ебаный. Сюда. Я забрал нормально. Сюда идем. Прийти сюда. Нормально, можешь рожу не бить, можешь. Так, тут ренджу набрали. Как Геру после этого как? Нет. Геру я тебе скажу, когда. Стопнули по боссу. Подводите чуть-чуть. Чуть-чуть. Царь подведет. Еще чуть-чуть. На 1%. 7. Войд, забери. Где подводи? Влились. Быстрее. Отлично. Ой, сюда, к пеньку. Я перехватил Геру, далее играем по боссу. Быстро. Заберись меня. Пенек купить. Турбо ушел. Быстрее, 2%. 1. Играете в босс. Царя что ли взял еще? Ренжу наберите. Войд, забираю босса, БР випку. Быстрей. Випка, прохиливайся. Випка, турбо, БР мне. Все. Не забудьте получить.
квест. Форт стал. Нет, 20к я не дам, походу. Все взяли мозг молчазар. Че? Хотите кто-то пашет солдат нахер вас? Да ну. Стоп. Дальше гнев квест. Там после гнева вот эти вот Голмагер. Чё там, этот Зулджина, да, сейчас бить бал? Можно, кстати,